Жители новомихайловского поселения регулярно обращаются в администрацию по различным вопросам. Они связаны с водоснабжением и водоотведением, а также с благоустройством. Так, по очередному запросу сотрудники администрации вместе с депутатами законодательного собрания Краснодарского края проинспектировали территорию у трех многоквартирных домов в первом микрорайоне. На месте события побывала и наша съемочная группа. Сегодня инспекция изучает участки возле многоквартирных домов номер 9 и 10. Депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус и заместитель главы новомихайловского поселения Юрий Токарев сразу обозначают задачи и план работ. В капитальном ремонте нуждаются детские площадки. Власти планируют обновить покрытие и объекты, сделать их современными и удобными для ребят. Затем инспекция переходит к дому номер 5. Здесь о помощи попросил местный житель, ветеран Великой Отечественной войны Петр Павлович Ламшаков. Что вот этот валик, через который я не могу переходить, и асфальт весь разрушен, я не могу переходить к тому асфальту, который положен вот рядом с домом. Вот поэтому я и попросил, чтобы мне как-то помогли в этом деле. В ходе осмотра подъезда у пятого дома обнаружили другую проблему. Из-за самовольной пристройки по инициативе одного из местных жителей перестала работать дренажная система. К сожалению, наши вот недобросовестные жители уничтожили ливневую канализацию, установили там двухэтажную пристройку, узаконили ее через суд. Но теперь вместе с муниципалитетом поселка Новомихайловский договорились, что там эту ливневку восстановим, в том числе и за счет жителей, которые пристроили эту пристройку, чтобы другим жителям, которые живут в этом доме, тоже было удобно. Часть работ уже в процессе. Здесь установят дренажную трубу. Это первоочередная задача. Затем до конца года отремонтируют детские площадки. Уже после ремонта дренажной системы, чтобы площадки не заливало водой. Игорь Хворостянов, Алексей Исаев, телеканал «Орленок ТВ».